хочу, чтобы этот парень подошел ко мне сюда поближе, который... Да, мой друг, именно ты. Давай мы какой-нибудь конкурс для этого чувака проведем. Я снова надуваю шарик зачем-то. Это очень крутой чувак, Сашок. Дядя Гусь. Он опять надувает шарик, он уже скоро легкий будет. На самом деле конкурс очень простой, древний, как весь мир. Итак, давайте сейчас сделаем следующее. Я отправляю вам шар, да, в вашу толпу. Ваша задача его сохранить. То есть я хочу... Я сейчас речь веду о том, что мы сохраняем и чистоту. Будет счастье на земле, будет и свобода. Играет на ней Яна Василенко. Поприветствуй. Серега, дай, пожалуйста, подай барабанщику чего-нибудь хотя. Ничего не слышит, говорит. Бас и гитару. Бас и гитару барабанщику. Oh.
Все, отлично, ребята, ищем Гагарина! Все, а теперь я могла его искать вручную. Ура! Спасибо! Если у кого-то тоже какое-то событие, вы можете с нами поделиться и рассказать всем, всему песку. Вещать свою песню. Ну что ж, как я помню, когда я вел первый раз этот фестиваль, когда... А какая группа следующая? Нет, следующая группа «Чайка». Если вы, да, помните эту группу, она очень замечательная. Давайте сделаем следующее вместе, вот так вот. Изобразим, у кого-то вообще вам наручники запретили это делать. Очень смешно. «Чайка», как у нас, ну? Ладно. Глянь на барабанщики. Я сама родитель. Слепые и гордые, они слепые и как этим людям опять захочется тепла, любви и ласки. Когда этим людям откроют глаза, нажмут на тормоза этой сказки. Мы отсыпем немного, мы с тобою так великодушны, что ты сможешь.